Артиза смотрит наверх, не знает, что она там увидела. Сидит как вкопанная и смотрит наверх. Что там есть, ничего там нету. Артиза, что ты там увидела? Маркиза, что ты увидела там? Тем, кто игнорирует правила использования пиротехники, грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. По сравнению с возможным ущербом, это немного. Тем более, сидит и сидит уже 10 минут, смотрит. Год, а значит, салюты в дворах и парках еще будут. И даже на расстоянии 50 метров не всегда можно чувствовать себя в безопасности. Светлана Костина, Олег Матюшин, Екатерина Коряка, Илья Погорелова, Анатолий Мельников, Дмитрий Матюшин, Первый канал. Маркиза, кто там? Нервничает. Что там такое? Кто там? Кто там? Теперь о беспорядках в столице Абхазии. Сухуми сторонники оппозиции ворвались в администрацию президента. Охрана применила силу, но сейчас человек остается в здании. Участники акции требуют проведения новых выборов главы государства. В сентябре прошлого года кандидат от оппозиции Алхаз Исиния проиграл действующему президенту Равну. Кто там, Маркиза? Франция парализована. 36 дней протеста до конца крайней длины. Масштабная забастовка затронула многие сферы экономики. В Париже в последние часы полиция и демонстранты вступили в опасность. Также боятся полицейские камни и бутылки в ответ распыляются с ужесточивый газ. Корреспондент Первого канала Жанна Адалакова находится в самой гуще событий и знает, чего хотят добиться властей в Иракской Пятой Республике. Наверх смотрит и все. Что там такое? Не поняла ничего. Что там такое? Маркиза, хватит уже тут сидеть. Интересно.